Друзья, всем привет, мы с вами продолжаем играть Red Dead Redemption 2, и как и обещал, у нас с вами начинается сезон охоты, и теперь будем охотиться на легендарных существ, и первое существо, на которого мы с вами будем охотиться, это, естественно, легендарный аллигатор, потому что я хотел сделать из него ботиночки очень давно, но, естественно, мы с вами вернулись к Артуру Моргану, потому что я просто соскучился по этому мужику, он очень душевный, я вот за все эти часы, которые мы проходили игру, я просто сроднился с ним. Давайте, вызываем нашу лошадку. И, кстати, к нашей лошадке тоже. К нашей лошадке я тоже привык. И, собственно говоря, даже не дал ей так и не дал ей никакого имени. Ее теперь у нас просто будут звать девочка, как он ее называет, просто Common Girl. Ну, типа того. Так и мы будем называть. Итак, отправляемся с вами сейчас на болото. Фишка охоты на легендарного аллигатора заключается в том, что... То есть, как на него поохотиться, если кто-то захочет это сделать и будет проходить. Я думаю, что когда выйдет на компьютере игра, то возникнет точно такой же вопрос. Давайте покажу, где он находится. А именно, находится он вот здесь, вот на болотах Лаграс. Если быть точным, то находится он вот в этой точке. Если я не ошибаюсь, давайте установим сюда меточку. Так вот, находится он здесь, но там есть небольшая фишечка охоты на него. А именно, вы не сможете на него охотиться раньше 4 главы, точнее, будем так, раньше конца 4 главы, пока вы о нем не узнаете, не увидите его. И я, честно говоря, даже не помню после какой миссии. То есть, по большому счету, нужно пройти 4 главу, тогда только можно будет охотиться на легендарного аллигатора. Я на самом деле об этом не знал и, честно говоря, очень долго его искал, но когда я, естественно, о нем узнал, мне уже просто хотелось допройти игру, и я не стал, честно говоря, на тот момент охотиться. Отправляемся с вами туда. И вот теперь, когда у нас с вами, уже пройдено это задание, точнее, 4 глава, так скажем, когда мы входим в эту область, у нас появляется надпись «Вы вошли в область, где можно выследить легендарное животное, охотясь на этого зверя, разыскивая и изучая его следы». Кстати, если будет интересно, то всегда можно проверять, какая шкурка у существа, просто наведясь на него, и сразу будет понятно, сколько там звезд. Раньше я думал, что это зависит от навыка стрельбы, от, я не знаю, качества твоего обмундирования, там, я не знаю, винтовки, патронов, да, то есть у меня здесь есть специальная винтовка Вармент, которая предназначена для того, чтобы не портить шкуру, но я думал, что именно нужно с нее стрелять. Но, как видите, урон с нее очень маленький, и забить аллигатора практически невозможно обычного. Если же я возьму болтовую винтовку... Успокойся, пожалуйста. Если же я возьму болтовую винтовку и выстрелю куда-нибудь в глаз, ну, в голову, то мы убиваем его с одного выстрела, но шкурка будет 2 звезды, потому что она изначально такая была. Ну что ж, давайте с вами искать следы как раз легендарного аллигатора. И вот они прямо перед нами. Даже здесь появляется вопросительный знак теперь. Мне кажется, раньше не появлялось. Сломанные палки. Раньше не появлялось, это что-то новенькое. Видимо, в обновлении добавили, чтобы полегче искать было. Хорошо, пошли по следам. Следы, следы, следы. Что-то я их немножко потерял. А, ясно, почему я их потерял. Потому что здесь следующая часть. Тропик птицы. Угу. Потихонечку подбираемся, я вижу. Здесь следующая часть. Смотри, прям следы туда пошли. Он где-то рядом. Теперь он где-то рядом. Вон он. Вон он, красавец. Легендарный аллигатор. Естественно, здесь легендарному аллигатору или любому другому легендарному существу повредить шкурку невозможно. Так что нам просто нужно его завалить. И не помереть самим. Это очень важно. Давай! Ну же! Есть! Сильная зараза. То есть вы видели, я с этой болтовой винтовки обычного аллигатора валил с одного выстрела. На этого же аллигатора нам с вами понадобилось сколько? 4? 5? И вот так выглядит эта зараза. Обалдеть. Но он действительно огромен. Он реально просто гигантский. Надеюсь, сейчас никто не приедет меня здесь арестовывать, потому что я в розыске и... То есть, живым или мертвым. Давайте собирать с него шкуру. Эй! Шкура, ты где? А еще нужно найти место, где ее снять с него. Во, здесь где-то можно было снять. Смотри, вот здесь вот. Вот, отлично. Во, все, отлично. Нашел место, как освежевать. Такого фиг освежуешь гиганта. Обалдеть. Обалдеть. Он просто огромный. Я не знаю, сколько из этого можно сапогов шить.
пар 10, наверное. И давайте-ка, наверное, не будем отвозить в город, потому что, ну, типа, я в розыске, и будут проблемы очень большие. Может быть, мы с вами отвезем в какое-нибудь другое место. Вроде охотник был где-то еще, или это очень далеко отсюда, секундочку. Или ближе все-таки до города доехать. Может быть, рискнуть? Я потому что помню, до Сэдди-то я доезжал, и все было хорошо. Давайте попытаемся доехать до охотника. Глядишь, все получится. Может быть, не помрем. Заодно и проверю, рисково это или нет. Потому что нужно опасаться только разъездов как раз охотников с головами. Пинкертонов и прочих. Если на них не натыкаться, все будет хорошо. Обычные полисмены не обращают на меня внимания. То есть в этом плане все в порядке. Если не ошибаюсь, помимо кожи самого аллигатора на ботинке, то есть на сапоги, там нужно было что-то еще. Но давайте сначала продадим эту шкурку. Я смотрю, у тебя на груди зажили раны, которые тебя оставил. Вот тебе шкура, раз. Сердце волка, в принципе, можно продать, почему бы и нет. Рога самца оленя, все эти дела. Зуб аллигатора тоже, думаю, можно продать. Это нам не нужно, у нас $4000. И теперь давай посмотрим, что мы тебе можем купить. Вихрь смерти, пожалуйста. Жилет из кожи аллигатора и фаулеры из аллигатора. Вот такую вот красоту можно теперь приобрести здесь. У нас с вами все есть, то есть можно купить это дело. Можно купить жилетик, давайте это обязательно сделаем. Дальше, перчатки и шкуры пантеры. Нам нужна шкура пантеры, превосходная кожа едозуба, хорошо. Здесь тоже шкура пантеры и тоже, скорее всего, нужна в очень хорошем качестве. Здесь у нас с вами есть превосходная шкура легендарного аллигатора. И также нужна змеиная кожа в превосходном состоянии, чтобы сделать шляпу из змеиной кожи. Но, кстати, змеи мне абсолютно не попадаются в такого отличного качества. Не знаю почему. Ну, может быть, нужно съездить туда, где как раз много змей. Потому что есть такие места на карте. Я так понимаю, что мы можем теперь спокойно отсюда выйти. Да. И у нашего Артура теперь те самые сапоги из аллигатора, которые я уже давненько хотел для него приобрести. Так. Ну что, можно действительно попытаться съездить и поохотиться на змей. Только теперь понять, где они находятся, потому что давненько я их не встречал. Я специально загрузился с другой точки, потому что у нас там, в том сохранении, был взорван мост, и не ходили ни дилижансы, ни ходили поезда. Может быть, из-за чего-то другого, может быть, из-за того, что я был в розыске. А вот где змеи у нас были, я сейчас не помню. Смотри, здесь есть змеи, они прямо рядом с торговым постом Ван Хорна. И если не ошибаюсь, туда можно доехать на дилижансе. Ищем охотников. Всем искусным в обращении с ружьем или стрелами требуются животные для художественной выставки о дикой природе. Принимаем только экземпляры в превосходном состоянии. Стрелять только из малого калибра. Высылайте за наш счет следующее. Один взрослый кролик, одна средняя белка. Я тебя понял, Стробери. Запрос охотнику. Белка и кролик из мелкого калибра, либо стрелами. Хорошо, попытаемся сделать. Отправьте нужные примеры, чтобы добыть тушки мелких животных. Используйте стрелы на мелкую дичь или карабин варминг. Как раз вот это тот самый карабин, из которого я пытался выстрелить, но, типа, не мог забить этого гребаного аллигатора. Теперь я понимаю, для чего это нужно, чтобы в кроликов стрелять. Потому что я помню, раньше Хози даже подшутил над нами, что с дробовика мы его в клочья разнесли. Секундочку. А это что такое? Какого черта? Что это такое? Почему здесь следы легендарного существа? Кстати, вон там кролик. Ладно, подожди. Сломанные палки. Что за зверь? Легендарный бобер. То есть вот так вот, не желая того сам, я вышел на след легендарного бобра. Ладно, погнали. Что поделать? Значит, у нас с вами будет легендарный бобер и легендарный аллигатор. Сам того не ожидал. Глядишь, может быть, удастся все-таки еще и змеюку подцепить. Здесь где-то экскременты. Я вон кролика вижу, смотри. Смотри. Секунду. Стой, 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 стой. Ну же. Но мне кажется, хороший выстрел. Мне кажется, выстрел просто идеальный был. И вон как раз последний след бобра. Дерево как раз сгрыз. И здесь ветки какие-то, да? Сломанные палки. Да, недалеко, недалеко. Я так понимаю, что где-то... Либо в воде, либо вот там в плотине, что ли? Секундочку. Где он? Подожди.
А он на меня не бросится? Следы уводят в воду, но впереди как раз, смотри. Ты его видишь, нет? Я его не вижу. Впереди плотина. Вон, вижу, кажись. Нет, что это такое? Плюс лодка. Следы ведут сюда, к лодке к этой, да? То есть игра хочет, чтобы я в лодку сел или что? Ну-ка. Ну дальше что? Хорошо, я сел в лодку. Вот он. Легендарный бобер. Ну поплыли за ним. Да не туда ж ты плывешь, Артур, не туда. Мы так его сейчас с тобой упустим. Давай немножечко. В принципе, хорош. Я думаю, нормально. Я не могу так достать, на самом деле, оружие. А вот так могу. Стоп. Давай. Все? Да. Он там в воде. Надеюсь, его не нужно было вытаскивать на берег. Чего? Где он? Вот здесь. Тихо-тихо. Он где-то здесь. Ну же. Фига тут. Ах, неудачно это вышло, прикинь. И легендарный бобер остался под водой. То есть я сейчас не могу его оттуда вытащить никаким образом. Интересно. Слушай, а я могу потом выследить еще одного легендарного бобра? Потому что, ну... Ну вот его следы, да? Зараза, а? Досадно. Ну что ж, я предлагаю на этом этот выпуск завершить. Самую главную цель мы с вами сегодня выполнили. Раздобыли себе сапоги из шкуры аллигатора. Также жилеточкой разжились. В следующем выпуске я, наверное, просто загружусь еще раз. Поохочусь на аллигатора. И мы с вами еще раз выйдем на легендарного бобра. Но, честно говоря, в следующем выпуске я хотел отправиться за легендарным волком. На этом пока что все. Если вам понравилось или было полезно, пожалуйста, поставьте лайк. Я думаю, змею найдем. Просто это прям действительно долгий процесс. Не так-то просто находить змей. На этом этот выпуск давайте завершать. Я надеюсь, что он вам понравился. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые. Удачи, друзья. Друзья, пока. Увидимся в следующем выпуске.